Добрый день, дорогие наши партнеры, друзья, любимые наши потребители, покупатели и просто все те, кто знает продукцию Суксунского оптико-механического завода. Ежегодно мы с вами в декабре месяце встречались для того, чтобы показать те достижения, которые произошли в уходящем году и предстоят нам в будущем году. К сожалению, эпидемиологическая ситуация, которая возникла в нашей стране, не позволила нам проводить встречи, встречаться, общаться, слушать ваши пожелания по разработкам к продукции Росомс. Но это совсем не значит, что мы в этом году не работали. Точно так же весь коллектив Суксунского завода занимался проектированием, разработкой. И нам есть что вам показать. Мы хотим показать вам в режиме онлайн на канале YouTube 8 декабря те достижения, которые мы сделали в 2020 году. У нас есть что показать. Я думаю, что информация, которую мы покажем вам, будет полезна для вас. Я думаю, что мы сможем организовать живое общение, и оно принесет тот новый формат в наш сегодняшний образ жизни для того, чтобы как-то компенсировали или дополнить упущенное в этом году. Я очень надеюсь, что мы сможем с вами пообщаться в режиме онлайн. У вас будет уникальная возможность задать вопросы и получить на них правдивые и честные ответы от всех специалистов Суксунского оптико-механического завода. И самое главное, генеральный директор Колчанов Иван Александрович готов будет отвечать, пояснять и комментировать все те доклады, которые у нас будут. Мы хотим показать вам маленький тур по нашему заводу, для того, чтобы те, кому не удалось в этом году побывать на заводе, смогли увидеть преображение, достижения и изменения, которые происходят у нас практически ежедневно и постоянно. Специалисты-эксперты расскажут вам о новых продуктах, расскажут вам о опыте своего внедрения и применения на конкретных предприятиях. Вы увидите, как четко и слаженно работают все звенья Суксунского завода. Мы с удовольствием ждем вас 8, 9 и 10 декабря на нашей платформе. По конкретной программе, пожалуйста, связывайтесь со своими специалистами или отслеживайте информацию на нашем сайте www.rosoms.ru. До встречи в эфире!